Привет, Курт. Можно тебе задать пару вопросов про рэп? Про рэп? Да, про рэп. Как ты относишься к белым рэперам? И что тебе вообще нравится в их текстах и в их треках? Что можешь сказать по этому поводу? Да, ну, я в первую очередь считаю, что рэпер должен быть черным. Потому что если ты не черный, я не понимаю вообще, что ты делаешь в этом жанре. Что ты можешь рассказать людям? Ведь это стыдно быть белым рэпером. Это то же самое, что черный рок-н-ролльщик. Это абсолютно нелепо. Они не умеют рассказать сторителлинг, нету никакого флекса. Они ничего не могут дать людям. Белые рэперы, как белые вороны, я просто махаю на них вот так рукой, когда вижу. Это совершенно бездарно. Все, что от начинания их, это текста, это все вот строчки про то, как они ебали мамок, на самом деле никого не ебали. Ну это ж пиздеж, это просто смешно. А как вы можете сказать, что они неправы? Неправы, блядь. Да я видел, что они, блядь, делают. Они просто пиздят в своих текстах. И совершенно никого они не убивали. Это просто пустые понты белых рэперов. Вот черные рэперы умирают, а белые нет. Вот поэтому белые хуёвые рэперы. И всё.